И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, режим прятки. Ну, сегодня у нас будут немножко другие правила. Пацаны будут за аниматроников прятаться, я буду с админским пистолетом вас искать. Могут даже ТП хотеть и убегать, посмотрим, что с этого получится. Кошак, поздоровайся. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, у кого днюха, с днем рождения. Все, поехали, все в разные стороны все. Как всегда, ребята, импровизируем, надеюсь, вы поддержите нас лайкосиком, если вам нравится этот режим. И подпишитесь. Так, а я уже слежу, где кто разбегался, и уже понял, куда кто пошел. А ну сюда могут они проходить? Во, они еще и здесь могут запрятаться. Так, я спрятался. Так, первый если есть. Меня не найдешь. Я иду искать. Кто не спрятался, убью моментально. А что это за голуби сидят? Это голуби. Наташи. Голуби Наташи, я понял. А, кстати, этот прикол тоже знаешь? Да, классно получилось. Так. Так, я думал, тут кто-то все-таки запрятался. Я его не вижу, этого челепиздрика. Теперь меня голубей нет, значит, мне все хорошо. Это Димас еще. Понял. Надеюсь, я найду всех, потому что я знаю, что вы сможете сейчас телепортироваться быстро по всей карте. Смогу ли я это увидеть и поймать? Кстати, это очень непривычно для пряток. Придумал на ходу. Так, тут есть где-то нычка крутая. Блин, эти мишки, они могут сливаться с окружающей средой, их плохо видно. Так, давайте здесь. Блин, это конечно... Хорошо то, что они не становятся невидимыми. Да это вообще не было, но может мы и так сделаем в следующий раз. Так, я уже должен кого-то был найти. Почему никого не нахожу? Видимо, видимо. Все хорошо спрятались. Очень. Кто-то написал лоу. Не увидел, да, кого-то? Ну и шо ж. Так бывает. Так, я кого-то слышу. Это я бегаю тут с психу и никого найти не могу. Но я найду. Я уже слышу эти двери. Надо хоть одного найти. Уже пропустил кого-то. Да вы тпхаетесь, так нечестно. Вообще не найду никогда. Я вы даже на лицо мне не стою. Показываете. Я на одном месте стою и ничего не делал. Рядом. Я слышу кого-то. А я нет. Вот слышу двери. Кто-то двери открывает. Угу. Да вы что, тут где-то ходите, но я вас не вижу, что ли? Так, надо хоть кого-то найти. А-а-а! Все, я теперь понял, как вас можно искать. Это, летать не надо. Не, я не буду летать. Зачем? Это очень примитивно. Так, я надеюсь, что кто-то тут по-любому сидит. Я слышал, кто-то топал своими ножками. Да сколько человек запрятано на карте, никого найти не могу. Вы что, издеваетесь, что ли? Не понял. Да что ты укаешь? Никого не вижу. Есть! Опа. Фух, слава богу, я уже думал, я не найду. Да ну нафиг вы так издеваетесь надо мной. Придумал режим, в который играть не могу. Это очень сильное заявление. Я думаю, ты меня не найдешь. Да я тоже думал, не найду. Но я нашел. Давай теперь вдвоем искать их. Фух, мне хоть уже попроще. Одному очень сложно. Вот, вот тут по-любому кто-то сидит. Кто-то тут сидит. Я знаю, чтобы меня не уходили, надо дверь закрывать. Куда не тпхнется уже никуда. Прям рядом что-то кто-то стреляет, двери открывает, так страшно. А где ты так заныкался, что именно? Мы тебя не найдем? Как именно стреляют? Не знаю. Как-то. Ого, вот это да, тут пули свистит. Ого. Это я. А ты не убьешь, так. Или сколько у него жизни? О, привет. Мочи, мочи, есть, наконец-то. Никитосик. Убить. Красава. Димас, ну ты тут сидишь. Я ему отомщу за это, ну отойди. Я видел смерть. Ого. После это такого это... не живу, да. Так, пошли дальше. Так, мы с Лимиксом продолжаем поиски. Челепизриков. Сюда. Так, если получится, то и в этой серии тоже попрячусь. Ну, посмотрим, как получится. Я нашел еще одного. Давай. Где он? Он там, внутри, тпхается постоянно.
Я на месте стою. Я дверь закрыл, он не выйдет теперь. Ищем его между партами, на картофанах. Человека закрыли, бедный Мишка. Стоп, я его где-то видел. Или где-то... это твой ник? Неужели он убежал? Видимо, да. Не, мы бы его увидели здесь уже, между партами. Нету. Фига ты мочишь. Я тоже в шоке. Так, давай по улице пройдемся, может они тут где-то. Так. Вот тут возможно. А вот это уже страшно, по улице не надо. Надо. Я знаю, что где-то Виктор Кошак здесь. Ой, идет. Под елочкой идет. Я? Нет, кто-то под елочкой идет. Да ладно, я просто от фонаря стрельнул. Воу. Да, ВХ. Да какой ВХ, я просто стрельнул на глаз. А получилось в голову. Так, я выхожу на охоту. Давай, нас уже трое, четверо нас. Еще надо найти четверых. Надеюсь, у нас получится. Так, тут я уже обыскался. Давайте двери закроем. Будем слышать, когда кто-то выходит. Так, это наши бегают. Фух, ты хоть не убей меня. Че у нас тут? Никого. Пустовато. Опа. Это было очень легко. Ну что ты не тпхнулся, чувак? Сундукс. А тут где-то нычка есть, я помню. Или это не на этой карте? Вот это да. Нема нычки? Нычка? Да, тут дверь где-то открывается. А ну дай проверю. Это фигня. А нет, это не на этой карте. Не, нычек нет. Так, а здесь мы обыскали? Я тоже вот эту бутылку сначала заметил, думал, это кто. Давайте здесь удалим. Блин, прикольно здесь. Так, у нас уже тут трио. Опа-на. Есть кто? Нет, тут и бах нашел. Я думал, ты уже нашел кого-то. Так, еще один. Слышите? Нет, не слышал. А, я думал, там кто-то сидит, а это просто... Это я по нему уже стреляю. Я думал, желтенькое ухо торчит. Так, еще кого-то не нашли. Давайте прям по порядку будем смотреть. У нас много, мы не пропустим теперь, это точно. Нет, можно уже... сделать перекличку, кто это сейчас умер. Да, я знаю, что еще не всех нашли. Вот или не здорово, всех. Пока ищем. Ребята, вот давайте, кого не нашли, напишите, меня не нашли, чтобы мы знали, кого мы ищем. Двое остались. Кто именно? Постдвор и еще кто-то, Иван, я так понимаю. Хорошо, Эчно. Давайте сюда. Меня нашли. Меня, а, не нашли. Вот тут, мне кажется, кто-то в стульях сидит. О, я за карту смог попасть. А ну-ка, может, они здесь. Тут ветер гуляет под столами. Я прям слышу его. Никого нет. Да, пацаны очень сильно запрятались. Их нереально найти. Чё? Кого-то туалетом убило? Прикольная анимация. Бывает в жизни огорчения. Так, мне кажется, они вот тут. А, мы уже тут тоже ищем. Какие-то прям жесткие мужики. Не, ну я не сдамся, надо по-любому найти. А, мне показалось, что кто-то ходит. Я голову нашел. Так, отлично. А, понятно. Блин, может они не в здании, пацаны? Дайте нам подсказку, где вы? Сундук кого-то нашел. Здание или на улице? Потому что вы очень маленький, вас тяжело найти. Тут можно даже на стол где-то сесть просто и не двигаться, тебя не найдут. Ну. Оба, Иван, нашел. Остался. Отлично. Один. Еще один, да? Вот с двора ищем, где он. Где-то он заныкался. Сундука, ищем сундука. Так, сундук, убей его. Убивай его. А говорится, бейте его. Любым способом, но он за карту. О, щиты, все, это бан. О, вот тут качели. Не проснуться за карту. Это жесть. Одни веревки остались. Я начинаю стрелять по углам. Может, я и попаду по нему как-то. Нету. И здесь нету. Где он? Дай подсказку, никого. Мужик. Мы тебя так никогда не найдем. Так а тут даже нету мест, чтобы за картой прятаться. Так, он в здании, мужики, погнали.
Я в здании, так, понял. Где-то на видном месте сидит, я вам серьезно говорю, мы его не видим. Все за ним бегут прямо. Ой, блин! Кошак, я стрелял эту штуку, а ты подошел. Обстоятельств. Ого, это что за комната? С летающей метлой. А я там, кстати, был, но никого там нету. А это по игре. Ого, вы в припрыжку бегаете синхронно. Может, на шкафах где-то сидит? Нет, а банка вонючая. Вот он! Фух, я его еле нашел, он так быстро, ты бэхался? Ну, мы это сделали. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока!